Всем доброе-предоброе утро. Идите к дому наработку. Наработку собираемся. Сейчас заеду за сестрой мужа. Она мне по WhatsApp скинула, что хочет поехать марафет наводить, наверное, к Новому году. Вот. И поедем на работку. Что-то мне сегодня так неохота было вставать. Так охота было бы еще поспать. Прям не знаю, так сладко спалось. Но нет. Спать мы будем в воскресенье. Ну, конечно, я так думаю, что будем спать в воскресенье. А там встану раньше всего и все. Ну, а пока... А пока работу работать. Такая погода замечательная. Так, машина у меня, по-моему, вон там. Солнце. Несмотря на то, что ночью, ну, прохладно. Скажем так, 13 градусов, то днем поднимается до 21. Представляете, какая разница. Поэтому шарфик я одела только для, скажем так, для аксессуара. Поехали работать. Я уже дома. Сделала тут салатики. Это мне, это мужу. Картошечки сварила, пюрешечка. Там у меня уже, наверное, разогрелось это. А сейчас я пойду за лучком схожу и укропчиком. Да-да, свой собственный огород. Лук-то у меня закончился, а купить я сегодня не купила. Я сегодня освободилась поздновато. Вот. И, в общем, там народу везде дофига. Думаю, без лука обойдусь. Мне его, наверное, полить надо, мой огород-то. Как вы думаете? Смотрите, вот этот тоже принялся. Наверное, сейчас его и полью. Лучок срежу. Укропчик. В общем, все. И будет у меня вот так вот салатик такой. Я, честно, приехала на работу, но тут, по-моему, сегодня какая-то будет гонка или что-то. Вот все, видите, загорожено. В общем, бегать будут. И очень много этих поставлено. Не петард, но типа пертард, да. Стрелять будут. И я вспомнила, в прошлом году была такая же фигня, и народу у меня нифига не было. Поэтому, если я не найду парковку, а парковки пока что нет, я отсюда это самое, в общем, свалю. Еще стрелять столько много понаставили вот этих вот, блин, петарды, они не петарды, прям большие такие. Вот, и Чарли мой с ума сойдет от этого. И видите, вот эта машина тоже едет, тут парковку ищет уже, и за ним еду и еду, они все боятся и боятся ехать тут. В общем, уже еду, еду и замучила за ним ехать. Еще полиция за мной следом едет. Блин, вот я больше всего не люблю, когда какая-нибудь черепаха впереди меня, не зная, куда ехать, хотя здесь только одна дорога, здесь больше нет никакой дороги. Наш вид, смотрите, какой красивый. И вот он едет вот так вот едет. 6 километров в час. А то и меньше. И мы вот все едем за ним. Почему мы? Потому что у нас там очередь уже машин 5. Ну вот вы посмотрите. Жесть. Жесть. Ой, блин, нафиг ты сюда тогда поднялся, если ты боишься тут ехать, а? У меня даже машина показывает ноль. Что мы не едем нифига. Он, может быть, припаркуется, я его уже проеду. Все, гудбай. Идиот. Вот идиот же. Как это, как понакупят права и ездят тут всякие. Знаете, что я сейчас сделаю? Я сейчас запишусь еще на одно занятие в спортзал и пойду в спортзал.
Умная я, самая умная. Блин, почему я забыла? Так нигде не было написано, что какой-то сегодня будет мероприятие. Там, в общем, на площади понаставили батуты, дети, в общем, все дела. Парковаться негде. Я еще подумала, может быть, не ездить. Потому что вся работа будет на завтра и на вторник. Так. Все, я зарегистрировалась на бодипам. Пойду в это спортзал. А перед этим заеду сейчас в Алькам, покуплю кое-какие фруктики. У меня потому что осталось одни лимоны и два яблока, в общем. Хочу взять какие-нибудь фруктики, точнее, эти. Господи, как они называются-то? Так, тележечку возьмем такую. Каки. Ну, в общем, хурму. Вот. А еще у меня картошки нет. Картошка дешевле в этом. В Лидле. Ой, смотрите, какой только нет картошки. Вот это варить соусом махон, очень вкусно. Маленькая картошечка. Это черная. Какая-то непонятная. Гарнизон. А, ее тоже целую варят. Какой только нету. Кстати, насчет грязной картошки. Спаняна тоже есть. Просто здесь земля не такая, как в России, допустим, или в Тамбовской области. Потому что там прям чернозем, прям такая классная, шикарная. А здесь, вот видите, более песчаная. И вот она, пожалуйста, тоже не мытая. Всякое есть. Поэтому пойду посмотрю. Эти как. И что-то хурмы нет. Ну, там было. Было много хурмы. А сейчас что? А сейчас авокадо. И мандарины. Авокадо у нас по 4,50 килограмм. А где хурма-то? Ау, днем и ночью счастье зову я. Ау, ау. Слушайте, вообще ее не вижу, хурму. Нормально, я специально приехала сюда, думала, выбор огромный. А ее тут вообще нету. Ой, вон. Вон, что-то как-то ее маловато. Ау, ау, ау. Зуленая. Ну ладно, что-нибудь выберу. Выбор, конечно, нифига. Но будем выбирать. Что теперь делать? Как я уже говорила, здесь, когда бьют куранты, нужно кушать виноград. И вот смотрите, специальные штуки продают. А их даже две. По 12 штук. Видите? Виноград для Нового года. Что-то только супер дорого. Почти 3 евро. Слушайте, какой мандарины хорошие. Но нет, они какие-то твердые. А вот еще по рубль 19. Ой, там их много всяких разных. Смотрите. Пакетики вот даже. Видите, пакетики. Наверное, без косточек. Евро 29. А я знаете, какую куплю? Есть в баночках, специальный тоже в баночках, консервированный. Сейчас где-нибудь увижу и обязательно покажу. Рыбку показать? Давайте рыбку покажу. Вот креветки, это уже вареные, они уже готовы к употреблению. 10 евро килограмм. Это вот, нет, это вот самый вкусный, 20 евро. Там вот 25 килограмм есть. Нашего города, кстати, видите, Матриль, Гранада. Это все вот от наш, с нашего порта. Это вот Сигалас. Там вот разновидности. Я раньше в России думала, что креветки все одинаковые, но нет, и по вкусу, и по цвету, и по запаху они все разные. Всякие ракушки. Там, а вот смотрите, живые. Ой, смотрите, живые. Они шевелятся, видите? 16 евро штука.
миди. Килограмм, евро 99. Осьминоги 10 евро килограмм. Большие. Разные тоже штучки. Что еще вам показать такое, что не было? Вот лосось. Ну, и смотри, в Алькампо всегда лосось дороговатый. 10 евро килограмм. И какой-то он мелковатый. Хек по 6 евро килограмм. Это вот курбина. Я вот не знаю, что это за курбина, как она переводится. На карась какого-то похож. 11 килограмм. Такая вот рыбка. Дорада. 9 евро килограмм. Килька или хамса. Ого, какая дорогая. 10 евро килограмм. Ну все, здесь уже заморозка. А тут идут... Это я уже вам 100 раз показывала. Слушайте, ну мне прохлаждаться-то некогда. Мне нужно в спортзал бегом бежать. Это я так вам рыбку показать. Вдруг кому интересно будет. Я за фруктиками. Это только вот целый ряд сыров. С одной стороны такие, с другой стороны плавленные. Всякие маскарпоне, рикессоны, всякие. Вот. Ой, смотрите, что продают. Новому году что только не продают. Яблоки. Я яблоки люблю. Ага, они вон есть, Донсея. Блин, вот самые вкусные яблоки Донсея. И самые, наверное, дорогие. 2,99, блин, да. А шо? Я вот почему-то все время, как что хочу, так все самое дорогое. Но они действительно вкусные. Кстати, пользуюсь. Помните, пакетики купила? Я ими очень часто пользуюсь. Ладно, сейчас наберу яблок и все, и пойду. Тут вот у меня... Что тут такое валяется? А это от чая, кстати. Надо положить. Необычное купила, знаете что? Вишню. Консервированную вишню. Такую надо попробовать. Не очень люблю компот из вишни. Блин, опять стреляют, слышите? Задолбать. Чего стреляют? Сегодня никакой праздника нет. Нет же, стреляют и стреляют. Я пойду сейчас, у меня там белье сушится. Спортивное белье. Надеюсь, оно высохло, иначе мне не в чем будет идти в спортзал. А в обычном, как бы, люфчике. Все пляшет вот так вот. Все скачет, скачет, скачет. У меня там не особо есть чему скакать, но все равно, когда прыгаешь, то и это все прыгивает, выскакивать хочет, хочет туда-сюда. В общем, надо, чтобы вот так прям, ух, стянуло. Но все это сырое было сегодня в машинке. Я уже пошла переодеваться, я там приготовила. Да, кстати, время уже выходить. Вот такая милота тут отдыхает на кресле, да, среди одеял, весь укутанный, оставляя ему телек включенный, а сама пошла. Кстати, вишня, такая кака, бе. Я помню, брала в Лиделе, очень вкусная была вишня, а это ну вообще никакая, как будто, знаете, сладкая водичка пьешь, и все. Блин, это горло мне, вообще невкусно, даже вишня не пахнет. Вишня, вишня. Зимняя вишня. Потом разберу сумки. Там фрукты только, яблоки и эти. И каки, блин, как их называют, хурма. И все, побежала я. Пришла уже с спортзала. Вернее, уже. Время-то 10:30. В общем, да. Сейчас у меня ужин будет, знаете какой? Помело. Сегодня купила в Алькампо такое вот. Оно продается у нас только зимой. Но он, наверное, это такой фрукт зимний, поэтому мне нравится. Я, правда, покупала недели, ну, месяц, наверное, полтора назад. Он был сухой и невкусный, наверное. А сейчас вроде бы как сочный. Вот. Так что это мой ужин. Вот, и буду с вами прощаться до завтра. Завтра суббота. Уже скоро Новый год на носу. Надо уже что-то думать, что готовить. В общем, у нас кое-какие планы есть на этот Новый год, так что оставайтесь с нами, со мной. Подписывайтесь, не забывайте ставить лайки и пишите комментарии. Очень интересно узнать ваше мнение, что вы там, как вы там. В общем, жду-жду от вас общения, скажем так. Я пошла лопать помело. И пишите, вам нравится помело или нет. Вот грейпфрут мне не очень нравится, помело мне очень нравится.
Вот, ладно, всего самого наилучшего, всем пока, до завтра.